человек – это те моменты, когда ты ждешь встречи с теми людьми, с кем когда-то познакомился на событиях. Фаберлик – это те моменты, когда ты не заглядываешь в кошелек, потому что тебе на все хватает денег. Фаберлик дает нам крылья за спиной, потому что когда ты получаешь крутые чеки, то действительно все возможно. Когда к тебе в команду приходят партнеры, начинают воплощать все свои мечты в реальность, открывают новые звания, повышают качество своей жизни, покупают автомобили, покупают квартиры. Ради таких моментов хочется дальше работать в компании Фаберлик. Ради тех моментов, когда ты видишь, как достигают результата и успеха твои люди. Фаберлик есть для меня таким пинкным снем. Если действительно так есть, то прошу, не будьте мне на разе. Главный момент в нашей карьере, безусловно, это начало сотрудничества с компанией Фаберлик. Потому что прежде чем начинать это сотрудничество с компанией, мы очень тщательно изучали маркетинг-план. Именно с этого момента наш бизнес просто перевернулся и все пошло в гору. Наш первый успех в компании – это, конечно, открытый статус директора, когда мы полностью стали работать дома, забыли про работу по найму. Я считаю, что мой первый успех – это был тогда, когда я увидел распечатку своей структуры по итогам месяца. Когда ты понимаешь, что ты меняешь жизнь человека. Моим первым успехом Фаберлик было получение титула «Золотого директора» и выезд с Фаберлик на Бали. Życzę Wam jeszcze więcej sukcesów, jeszcze więcej realizacji Waszych marzeń. Pozdrawiam. My po prostu robimy to, co lubimy.